Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами на YouTube-канале про жизнь таксиста. Еще вчера мы поздравляли Тиграна Оганесовича Худовердяна с назначением на новую должность, в которую он вступил утром, генеральный директор компании Яндекс. В 2006 году он пришел в компанию Яндекс, возглавил тогда он Яндекс.Браузер, Яндекс.Навигацию. В 2015 году возглавил подразделение такси, а в 2019, да, он ушел на вновь сформированную для него должность управляющего директора компании Яндекс. И вот вчера утром он вступил на новую должность, и мы его поздравили и обратились с просьбой откатить цены до хотя бы уровня 2015 года в такси-то. Я уже не говорю о ценах там 2006, когда он пришел в компанию. Но Тигран Оганесович не успел этого сделать, и, внимание, к вечеру уже на него были наложены санкции Евросоюза, и да... И он покинул свой пост генерального директора. Вот так вот меньше суток Тигран Оганесович в новой должности пробыл. Тигран Оганесович, внимание! А если бы вы были подписаны на YouTube-канал «Столица мира», на YouTube-канал «Про жизнь таксиста», на мою страницу ВКонтакте или хотя бы на наш Telegram-канал, вы бы успели вовремя среагировать, вовремя поддержать таксистов, а нас миллионы, друзья, поддержать таксистов, таксисты бы поддержали вас, сегодня бы мы все дружно высыпали, сказали Евросоюз на колени перед российскими таксистами Тиграна Оганесовича восстановить в должности. И проблем бы у вас не было. Вот, обращаясь к новому директору, вот там сейчас девушка, да, старый генеральный директор, учтите опыт вашего коллеги и всем, кто придет. Поддерживайте таксистов, поддерживайте водителей такси. И таксисты, нас миллионы, поддержат вас. А если вас поддержат таксисты, то никакие санкции Евросоюза, там, Америки, да кого угодно, вам не страшны, потому что вместе мы сила. Ну а по сегодняшним тарифам, ну просто невозможно уже, ну, друзья, не работать, не зарабатывать, не как-то существовать. Ну, компания Яндекс, вы сегодня монополист, ну, повернитесь к нам лицом, а не жопой, пожалуйста. Всем хорошей трудовой недели, хороших дней, заработков и не болейте, друзья. Всем удачи. Автосервис «Такси 495» приглашает на техническое обслуживание автомобилей эконом и комфорт-класса. Сертифицированный автосервис – собственный склад запчастей для ремонта вашего автомобиля. Имеется профессиональное оборудование, стенд, развал схождения, «Хантер 3D», кузовная станция, стапель, покрасочная камера. Замена масла – 900 рублей, замена тормозных колодок – 900 рублей, замена масла ВКПП – от 1500 рублей. Покрас одной детали от 6000 рублей. Скидки для корпоративных и постоянных клиентов.